Президент Венесуэлы Уго Чавес, возможно, находится в критическом состоянии. Об этом пишет американская испаноязычная газета «El Nuevo Herald». Издание ссылается на некий источник в разведке США. Якобы после операции в одной из кубинских клиник Чавесу стало хуже. Есть также информация, что семья президента вылетела несколько дней назад в Гавану на военном самолете. Венесуэльский лидер не появляется на публике уже 2 недели. Ходят слухи, что он страдает от неизлечимого заболевания. Впрочем, ни врачи, ни официальные источники эти предположения не подтверждают. В МИДе Венесуэлы заявили, президент идет на поправку и в ближайшие дни вернется в страну.